Друзья, всех приветствую на своем канале успешных ICO стартапов. И сегодня пришло время поговорить о проекте под названием Bubbleton, ICO которого стартует через 8 дней и 5 часов. Я, в принципе, недавно узнал о данном проекте, и он меня очень заинтересовал, так как подобных проектов пока что не существует, он своего рода уникальный. И как бы платформа обещает оставить роуминг в прошлом. Блокчейн-платформа для телекома, как мы видим на официальном сайте Bubbleton. В общем, коротко о проекте. Экосистема Bubbleton блокчейн обеспечивает взаимодействие пользователей с оператором и сервис-провайдеров напрямую по всему миру через смарт-контракты. Это позволяет исключить участие сотен ненужных посредников, значительно снизить стоимость услуг для пользователей по роуминг-тарифам до 10 раз и сэкономить годы и миллионы долларов, которые затрачиваются на внедрение старой и неэффективной технологии роуминга. Операторы смогут размещать предложения своих предоплаченных тарифных планов с помощью смарт-контрактов. Эти предложения видны всем другим операторам и их абонентам. При выборе предложения создается новый смарт-контракт, в котором заложена цифровая идентификация абонента и данные об оплате. В результате, как бы разместившая предложение компания идентифицирует пользователя, получает деньги и начинает обслуживать пользователя напрямую по местным тарифам и с хорошим качеством связи. Как бы идея очень хорошая, очень актуальна в наше время. Технология блокчейн позволяет как бы осуществлять данные идеи в жизнь, то есть безо всяких проблем. Технология блокчейн очень надежна, как мы знаем. И с ее помощью, в принципе, данные проекты воплотятся в жизнь в скором времени и будут функционировать и приносить как бы очень-очень много плюсов, решая большое количество проблем. Здесь на официальном сайте указано, для кого предназначена данная платформа. Вот блокчейн-платформа Bubbleton для телекоммуникаций предназначена. Для более чем 1000 мобильных операторов по всему миру, более чем 1 миллиарда путешественников в год и более чем 10 тысяч поставщиков услуг. Как это работает? Это все очень просто. Посмотрите видеоролик на официальном сайте. Проект с минимальным функционалом уже запущен. Обеспечивает связь между оператором мобильных сетей и конечным пользователем по всему миру на основе технологии блокчейн. Блокчейн-платформа Bubbleton позволяет путешественникам моментально подключать услуги местных операторов за рубежом. При этом они могут использовать прежнюю сим-карту, сохранив свой обычный номер. Это очень и очень удобно, это сэкономит очень много средств, миллионы долларов, и как бы будет доступно для каждого. Реальная демонстрация взаимодействия мобильных операторов через блокчейн-платформу. Новые предложения и запросы создаются и транслируются в реальном времени. Также демонстрируется, как мобильный профиль загружается на сим-карту абонента. Посмотрите видеоролики на официальном сайте, очень интересно и познавательно. Блокчейн-платформа Bubbleton приходит на смену устаревшей и дорогостоящей технологии роуминга, внедряя в систему операторов мобильной связи технологию смарт-контрактов. Мы видим схему, как это будет выглядеть. Все очень просто и доступно для каждого в режиме реального времени, повторюсь. Есть русскоязычный white paper. Если вы хотите ознакомиться в деталях и во всех тонкостях проекта, переходите по ссылке в описании и ознакомьтесь. Хорошо, что есть русскоязычный white paper, все понятно. Также оставлю англоязычный white paper в описании. В принципе, то же самое. Но вы можете ознакомиться с основателем и генеральным директором Юрием Морозовым, который имеет большой уже стаж опыта. Команда более 20 лет занимается бизнесом в сфере телекома. Одни из первых еще 17 лет назад создали платформу, позволяющую оказывать интеллектуальные услуги связи, включая конфигурацию фиксированной и мобильной связи. Более 18 лет успешно развивают собственную компанию оператора с клиентской базой, состоящей из более чем 250 тысяч абонентов. Вы можете ознакомиться сами вот на данный момент, что они имеют, рабочую платформу как бы. И вот, посудите сами. При привычной продаже сим-карты домашний оператор проводит валидацию клиента и загружает его данные на блокчейн в зашифрованном виде. Как бы все очень просто, все прозрачно и доступно для каждого. Ознакомьтесь с white paper в деталях, на это как бы уйдет немного времени, я думаю. Я в данном видеоролике не буду это объяснять. Я думаю, я еще вернусь к видеообзору данного проекта, еще буду записывать видео, более подробно изучим проект.
А пока что ознакомительный видеоролик, я думаю, уже записан, как бы уже достаточно информации озвучил. Что по поводу социальных сетей и биткоин-толкайн-ветки, ссылочки также в описании. Переходите по ссылкам, читайте, что пишут о проекте, какие, в принципе, мнения сложились вокруг Bubbleton. И также подписывайтесь на социальные сети, такие как Twitter, Telegram, присоединяйтесь в группу Telegram, принимайте активное участие в обсуждении, читайте новости в Твиттере и будьте в курсе всех новостей и обновлений. Всем спасибо за просмотр данного видеообзора. Ставьте лайки, если вам понравился видеообзор. Пишите комментарии. Детали по токен сейлу также есть на официальном сайте. Он стартует через 8 дней. Всем пока!